Всем привет, друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить Resident Evil 2, компанию за Леона Кеннеди. В прошлом эпизоде мы добрались до полицейского участка. Вот. И в этой серии мы немного исследуем его. Войдем пока в единственную открытую дверь. Боже! Кто ты? О, ты, наверное, новенький. Леон. Извини, но похоже, что твою вечеринку отменили. Что случилось? Приблизительно 2 месяца назад случилось это происшествие с зомби. Все происходило на окраине города. Но Крис и другие спецагенты узнали, что Umbrella стояла за всем этим. Они рискуют своими жизнями, чтобы открыть истину, но никто не верит им. Еще незадолго, когда все это началось. Стой там! Не волнуйся обо мне, просто спаси выживших в других комнатах. Возьми эту ключ-карту. Ты должен будешь открыть дверь в холле вот этим. Теперь иди. Иди. Прекрасно. Но я возвращаюсь за тобой. Только держись. Вот мы поговорили с выжившим полицейским, раненым. Он закрылся, дал нам ключ-карту. Теперь пришло время открыть двери. Воспользоваться компьютером. Да, конечно, мы воспользуемся компьютером. Все, двери открыты. Заглянем в чемоданчик, выложим, наверное, печатную ленту, травку. Так, и дров мы оставим, ножик выложим, дробовик оставим, потому что сейчас у нас предстоит встреча с новым монстром, лизуном. Полицейский меморандум. 23.08.1998 год. Данным письмом мы оповещаем вас о следующих изменениях в размещении оборудования, вызванных реорганизацией отделения. Сейф с цифровым замком был перемещен из офиса Старс на 2-м этаже в восточный офис на 1-м этаже. Новый шифр 2236. Информационный отдел полиции Ракун Сити. Так, стол заперт. Нам нужно найти ключик, чтобы его открыть. Вот, собственно, прополз лизун. Смотрим катсцену. Так, головы нет. Возьмем патрончики и смотрим катсцену. Выберем ружье, надо было сразу его выбрать. Достаточно 2 выстрелов. Берем пистолет. Отлично. Так, травку. Она нам пригодится.
Напоминаю, что к окнам лучше не приближаться. Иначе оттуда вырвутся руки зомби. Так, что здесь мы имеем? Отчет в операции номер один. 26 сентября. Отделение полиции Ракун-Сити было неожиданно атаковано армией зомби. Множество сотрудников получило ранения. Еще больше было убито. Во время нападения наше оборудование связи было повреждено, и теперь мы полностью отрезаны от окружающего мира. Мы решили предпринять комплекс оперативных действий для спасения возможных выживших, а также с целью предотвращения распространения эпидемии за пределы города. Наши основные задачи на данном этапе – оружие и боеприпасы. В связи с недавними странными событиями в городе шеф Айронс поднял вопрос о возросшей угрозе террористической атаки. За день до нападения зомби он принял решение о перераспределении оружия из арсенала по нескольким тайникам с целью предотвращения его возможного захвата террористами. Эта временная мера вышла нам боком, поскольку теперь мы сами не можем отыскать все это спрятанное оружие. Нашей первостепенной задачей будет поиск тайников с оружием, поскольку без него нам против зомби не выстоять. Закрытый арсенал. Как было сказано выше, нам будет сложно отыскать тайники с оружием. Однако, в подземном арсенале еще остался значительный запас оружия. Несчастью, человек, ответственный за хранение ключа от него, пропал вместе с самим ключом. Кроме того, во время нападения было нарушено электроснабжение, и многие электронные замки в здании перестали работать. Нашей второй задачей является восстановление электроснабжения и получение доступа в арсенал, записал Дэвид Форд. Отчет об операции 27 сентября. 13 часов. Зомби прорвались через восточную баррикаду, и в результате прошел очередной обмен. Раненых мы временно укрыли на складе конфискованных вещей. В битве было ранено еще 12 человек, записал Дэвид Форд. Дополнение. Еще трое было убито, неожиданно напавшим на нас до селе невиданным чудовищем. Чудовище отличается похожие на бритвы когти и облезлая кожа. Однако самой отвратительной его чертой, несомненно, является ужасный копиобразный язык, способный мгновенно пробить тело человека насквозь. Сколько всего таких существ и где они обитают, пока неизвестно. Мы окрестили это чудовище лизуном и занимаемся разработкой средств борьбы с этой новой угрозой. Так, здесь, как я помню, больше ничего нету. Так, здесь у нас патрончики должны лежать. Отлично. И здесь камин. Над ним висит красивая картина. Название. Жертва адскому огню. Берем. Поджигаем камин. Берем камешек, он пригодится. Дальше мы выложим его, чтобы пока он место нам не занимал. Двигаемся дальше. Так, куча зомбаков. Справимся с ними. Куда ты выстрелил-то? Да куда ты стреляешь-то? Чё мы с управлением? Твою-то мать, а? Какой он прыгучий-то? Твою мать, что за бред-то? Хрен с вами, короче. Так, берем траву.
Эти мы скомбинируем. Пришли в сейф рум. Так, лента. Пока сохраняться не будем. Аптечку уберем, это уберем. Здесь у нас, по-моему, ничего нету. Пока это место нам не нужно. Дальше оно пригодится. Отчет об операции номер 2. 28 сентября. Раннее утро. 2 часа 30 минут. Зомби добрались до нашего убежища и разразилась очередная битва. Мы потеряли еще четверых, включая Дэвида. Теперь нас осталось всего 4 человека, включая меня. Нам не удалось достать оружие из тайников, и наши шансы на спасение становятся все меньше. Мы пришли к согласию, что здесь нам больше не продержаться. И выработали план бегства через канализацию. Насколько нам известно, туда можно добраться через сток утилизационного завода. Единственный недостаток нашего плана – это то, что мы не знаем, какие опасности могут подстерегать на нас на заводе. Мы также понимаем, что наши шансы на выживание в канализации будут невелики. Но это все равно лучше, чем просто сидеть здесь и ждать смерти, записал Эллиот Эдвард. Двигаемся дальше. Этот же полицейский участок, кстати, будет упоминаться еще и в третьей части Резидента. Тоже почти в самом начале игры. Так, здесь, как мы помним, надо передвинуть статуи. До третьей части мы доберемся позже. Пока нужно разобраться со второй. Отлично. Еще один камешек. Справляемся со жмурами. Да, падлы дохнут долго. Прибыли в офис Старс. Аптечка. Это стол у нас Ребекки Чемберс из первой части. Так, еще один дробовик. Стол Джилл и стол Криса. Дневник Криса. 8 августа. Сегодня я снова говорил с шефом, но он пропустил мои слова мимо ушей. Я уверен, что Umbrella проводила в том особняке исследование вируса Т. Любой зараженный им превращается в зомби.
Но особняк взлетел на воздух, а вместе с ним и все улики. А поскольку Umbrella обеспечивает, наверное, половину рабочих мест в городе, все стараются закрывать глаза на их темные делишки. Похоже, выбора у меня не остается. 17 августа. Я получил много сообщений о странных чудовищах, появляющихся в различных местах города. Готов спорить, что Umbrella замешана в этом. 24 августа. С помощью Джилл и Барри я наконец выяснил, в чем дело. Корпорация Umbrella начала разработку нового вируса G, еще более ужасного, чем вирус T. И когда эти безумцы остановятся? Обсудив все это, мы решили отправиться в Европу, в главный офис Umbrella. Сестре ничего об этом не скажу, чтобы не подвергать ее опасности. Прости меня, Клэр, так было нужно. Берем медальон. Леон, подожди. Приятно видеть тебя все еще среди живых. Похоже, что мы все-таки не сможем найти твоего брата. Нет никакой необходимости задерживаться здесь. Давайте разделимся на группы, найдем тех, кто еще выжил, и уберемся отсюда. Правильно. И напоследок, вот радио, возьми его. Можем узнавать обо всем, что происходит. Так, передали. Дневник. Клэр. Здесь у нас ничего, да, по-моему, нету. Да. В принципе, можно идти. Так, дверь закрыта. Возвращаемся вниз. Здесь пока у нас все сделано. Нужно, наверное, раздобыть ключик. Собственно, о чем я и говорил. В принципе, вроде как бы они вреда так не приносят, но все же. Так, выкладываем аптечку. Да что-то у меня, блин, с этим, с управлением-то. Так. Этот дроп мы убираем. Камень убираем. Оставляем единорога. Так, еще хотел взять. Сразу поставим медальон, наверное. Собственный ключик.
что, я записываюсь, и на этом я заканчиваю. А следующее крыло будем исследовать в следующей части. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Со всеми прощаюсь, до новых встреч, всем пока.